твоя машина, понимаю. Максимум. Почти максимум. Ангарск, выехали из Иркутска. Это считается федеральная трасса, да? Остановились перекусить на пути к Красноярску. Малыш пьет из детского термоса. Ну, я ведь малыш, мне положено из детского термоса пить. Анна Каренина, питерского разлива. Кстати, сейчас к Тулуну подходим, надо обязательно показать эти результаты наводнения. Ну, сейчас будут кадры с воздуха. Которая должна была защитить от наводнения. А здесь вот дорога уходила под воду. Вон еще остатки. Вот до сюда куптером мы не долетели. Вот сюда. Остатки наводнения, обломки домов. Станция Роснефть. Грузят остатки разрушенных жилищ. Тоже Мамай прошел. Я бы на сарай не стоял изначально. Сарай приплыл. Thank you.
угольном разрезе стоит колесо, ковш, точнее, роторного экскаватора. Проложена железная дорога. Что-то это. Нормальный, отличный номер. Все отлично, смотри. Что дверь... у нас по санузлу? Между прочим, кстати, двери отличные. Дубовые. Дубовые. Эти не это. Ну вот, все крепко. Че стоим, кого ждем? Да, авария, походу, он лежит, что-то перекрыл. Может, спину чешется.